Я-я-я-я. Понедельник, утро, зазвонил чертов будильник. Просыпается серый город, серые люди. Эти чертовы магазины, долбанные дорогие витрины. И даже собаки с грустной мордой, пробегающие меня мимо. Запрет на все то, что закон говорит нельзя. Довели народ полностью с ума. Они говорят, если долго употреблять, то можно мозги свои типа потерять. А я уже шаплю больше твари 10 лет. И до сих пор мозги на месте, и всем даю свой умный совет. Просто правительство не хотят, чтобы мы были добрее, умнее. Из-за этого делают запрет на этих всех темах. Дайте мне травы, суки, дайте мне травы. Дайте мне травы, я хочу накуриться. Улететь с зимов облака. Okay. Вы говорите нельзя, вы говорите нам стоп. А сами у себя дома дуете хлоп-хлоп. Вы говорите, что мы ни на что не способны. Но Менделеев создал и минута в лесу с гидрофона. Я когда накуривали, чтоб закладывала ушки. Свои творения лучше под этим писал Пушкин. Вы забыли, наверное, обо всем. О том, что под ЛСД создан ваш айфон. Но сейчас тема не про это. Если есть раба, нахрена, скажите, нужна сигарета. Просто запомните все, ребята. Трава запрещена, потому что чиновники не получают отката. Дайте мне травы, суки, дайте мне травы. Дайте мне травы, я хочу накуриться. Улететь с зимы в облака. Yeah.